офигел. Все, можем кидать, пацаны. Отскочи, полис, отскочи, он, надеюсь. Ой, я сталкер убил нечаянно. Я долго этого ждал, и сегодня мы собираемся уничтожить долговцев. Не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал, если ты еще не подписан, и кликни на колокольчик, а я пошел в бар получать люлей и раздавать маслины. Нет, просто раздавать маслины. Приятного просмотра. Пацаны, я тут как бы спавнился, и тут нас сразу настиг выброс прям вовремя. Давайте вот сейчас тогда переждем его и, значит, наметим себе цель на прохождение, точнее, на финал уже, собственно. Вот здесь как бы есть долговцы, вот здесь долговцы, да. Вот здесь долговцы, ну знаете, эти микро детали не будут работать без общего сердца, а общее сердце находится вот здесь. На самом деле, тут есть у них блокпост, и не один блокпост мы видим, ну и в центре, да, сосредоточение из долговцев, поэтому мы, собственно, туда пойдем и их убьем. Ну, единственное, что можно, в принципе, еще сделать, это, в принципе, везде нафиг этих долговцев повырезать. Их тут осталось довольно-таки немного. Допустим, вот здесь вот нормально, так вот здесь. Ну, мы, в принципе, думаю, мы можем вырезать сегодня вот это. Что? Надо быстрее, пацаны. Надо быстрее уже, собственно, идти их рашить, ибо они тут со сталкерами сцепились. Это плохо. Ну, не со сталкерами, точнее, они просто территорию, видать, захватывают. Капец, игра фризит, ё-моё. Сейчас еще фриз будет, чекайте. Ну, естественно, там такая война, блин, идет. Естественно, сейчас будет и лагать, и фризить. Ну, что ж поделать? И сталкеры что стягиваются, не понял. Так, что произошло вообще? Смотри, справились, без меня. Так, где еще долговцы? Долговцы в главном штабе, да, есть? Вот так вот. Вот так вот. Не ожидал, да? Не ожидал, не ожидал, я ожидал. Так, пацаны, давай. Напав в деле, нервы на пределе. Так, это наш, ну, нейтрал, по крайней мере, мы убить не будем. Что такое? Почему я не убил сейчас одним выстрелом двоих? Стол меня убили. Все, можем кидать, пацаны. Отскочи, полис, отскочи, он, надеюсь. Ой, я сталкер убил нечаянно. Как ты выжил, дядь? Иди всем. Иди отсюда, и ты иди отсюда, и ты иди отсюда, и ты тоже, и ты тут. Повылезали со всех щелей, божечки, кошечки. Походу не работает. Воронина убиваем, пацаны. Минус Воронин. Как не попал? Да что ты? Так, давай побегаем с калашиком, наверное. О, май. Вот только он простреливается с этой пукалки, а я нет. Убили, нет? Найс. Захватывайте базу долго. Давай сюда. Я не понимаю, откуда они по мне стреляют, лё. О, можно здесь спокойно, кстати, отстреливать. Давай так и будем сейчас делать, пацаны. Они же тупые, они будут меня рашить, я в этом уверен, поэтому... До сих пор думаю, что я там, серьезно. По всем дебил. Сейчас главное, пацаны, по это самое, попадать. Сейчас главное попадать просто и все, типа, и вариков у них. Что вы делаете? Вы там, по-моему, своих же валите, ё-моё, дручки. Где? О, соболцы потянулись, молодцы. Захватывают, молодцы, молодцы. Так. Ухудшилось? То есть я сталкеров начал валить, что ли? Тут, походу, война, ребят. А долговцев-то, кстати, нет. Они, похоже, с эмигратами тут нафиг всех раскид. Ой, дебилы. Ой, дураки. Боже мой. Они уже с сталкерами, ребят, срутся. Нифига себе, свобода убивает сталкеров, пацаны. А, нет, это... Это сталкер был? Нет, это долговцы. Так, лечись. Так, остались вот здесь долговцы. Пойдемте их тоже, наверное, заражим сейчас. Чего? Ну ты, конечно, и крысюга, братан. Ну ты и крысюга. Ну давай. Молодец. Вы кого здесь видите вообще? Я чуть не очень кого-то вижу. Что ты там делаешь? Объясни мне. Стоит, ждет кого-то. Ну, дождался смерти своей. Так, денюшка, нормально. Так, ну мы с вами довольно-таки успешно сейчас захватили все это дело. Это прям очень меня радует на самом деле. И да, это круто, да-да, я. Так, ну я, наверное, сейчас ряд буду потихонечку рашить, наверное... Вот эти вот уже точки, потому что погнали, собственно, вот эти долговцев бить. Пока рядом враги. Где рядом враги, то видишь? Где ты врагов-то видишь, дурачок? Пукалка, говорит, не размахивай. А чем еще размахивать, если как не пукалка, а? Ну, смотри мне. Убью. Так, ладно. Давай сейчас, ребят, значит, отправимся, наверное, рашить уже, дорашим, собственно, дикую территорию. Вонючки эти. Опа. Привет. А ты как тут? Ай-яй-яй-яй, заклинило, заклинило, заклинило. Ну, бывает такое, нормально. Это норма, это нормальная практика.
Чё вы тут делаете? Вы чё так активно начали тут спавниться? Не надо так делать. Ребят, ну не надо так делать. Ну зачем? Просто зачем? Ну прошли и сдохли. Мне кажется, он где-то находится где-то вот здесь, да, примерно? Я косанул. Дел что ли? Дай мне винтовку мою, дядь, ты её подобрал что ли же? А, ружь тебе, офигел. О, патрон дал зато. Так, где еще? Там были челик. Так, быстро перемещается, подожди. А что такое-то? Попал, больно попал причем. А можно вопрос, собственно, собственно, а где? А где челик, которого я должен убить? Да, короче, выброс переждем, на самолете где-то тут был. Вот, давай быстренько переждем. Он пытался прострелить, серьезно? Ты дурак? Йоа, дурак там? Почему я косой? Ну, сипуха, понимаю, это симпл сталкерский, пацаны. Я просто сталкерский симпл. В скобочках нет. Где тут кто-то есть? Я не понимаю этого. Настя, умер. Короче, я... В смысле найти укрытие? Я что, не... Я укрытие не нашел? Неужели я не сохранялся? Серьезно, что ли? С пестиком, блядь. Да, мне крышка, ага, с пестиком. Ты чё? А как ты выжил? Тебе попал жестко причем. И вот знаете, что меня вот прям реально бесит? То, что я не понимаю, где они. Так, пропалился радар. Но скоп! Попал! Убил! Убил, он мертв был. Еще на скоп! Еще на скоп! Да, это уже ближняя дистанция, тут уже надо быть крайне осторожным. Тут наши, тут тот Сабонас уже. А, не, смотри, мы их выбили, получается, нафиг отсюда уже. Так ведь? Так, это ник, прочекаем. Мы их уже нафиг отсюда, получается, выбили. Пойдет. Пойдет на деревню, пойдет. Просто как-то ник почему-то не отметилось. Подожди, я же забрал, воу. Чё? Я же забрал этот ник. Ха, что за баги, ладно. Так, продляться, чувствую, сейчас все не так хорошо, ну да ладно. Собственно, давай посмотрим ситуацию. Тут долго начали распространяться, тут, в принципе, их немного. Вот здесь вот, просто что-то их довольно-таки много. Это на самом деле нехорошо. И, наверное, в следующей серии, если она и будет, все зависит от ваших лайков, комментов и комментариев. Собственно, я, наверное, до конца зачищу зону от долговцев. Ты что нам сказал? Опусти оружие или ты сказал? Ты сказал. Чего? Стоп, а как так? Пуля как прошла? Ха. Нафиг знает, как она прошла. Just know one thing, I don't fuck with nobody. Case full of shells with a 12-gauge shotter. Trap house, scrim, bitch, I give a fuck. Ride around town with a 9 on top. Never hesitate if I gotta go and bust. Damn motherfucker to try and act tough. 100 motherfuckers.